И пойдем? Кесиди Арч Трейл и Наро. Да, мы пойдем на Рокс. Сюда, 1-3. Да. И не так много. Да. Да? Наверное. Люди сверху, предполагаем, они пошли по другому трейлу. Вот, смотри, впереди получается белый. Красный, белый, серый. Угу. Долгожданный тенек. Эхо! Эхо! Прикольно. Остановились немного на тень. Пойдем дальше. Что там? Блин. Пещерка почти. Маленькая. Сфоткай с зумом. Они тебя заметили. Хорошо. Наконец-то нашли не на дороге. Ну как в смысле, мы как-то ехали, видели уже каких-то вот этих рогатых тут сущностей. Вот. Это эти. Рэм. Как марка автомобилей. Не знаю, как правильно переводить. Овен. Сейчас ближе может получиться. Какой-то маленький еще. Наверное, ребенок. Так что лучше на рожон не идти. Опасны они, как думаешь? Да. Все, что с рогами, все. И это, походу, маленький слева. Тем более. Ну, все, лучше обойдем. После встречи с оленем, что-то неохота нарушать их. Переходить им дорожку. И все на нас зырит, а? Там за нами тоже люди идут. Так, теоретически они тут по горам тоже прыгают. Это чип? А, значит, там тоже был он. Ой, ящерица такая жирная. Запах такой интересный от этих деревьев. О, уже хоть других людей слышно. Я ощущаю, вот они за стеной. Ага. Ладно, пойдем сейчас, наше эхо также будет. Здесь прохладно будет. Угу. А там у него тепло. Мы под скалой. Опасненько. Да. Или так подмело. Я в фильмах видел, как от одного эха
лавины падали. Красиво. Еще недостаточно узко, мне кажется. Надо уже. Конечно, говорю, там какие-то деревья или кусты пахнут. Какой-то странный такой запах, но прикольный. Блин, вот эти дырки. Живница. И небо голубое, голубое, чистое. По щеям аж прям давит уже эти камни со всех сторон. Слушайте, это белая гора, и он ее так высветляет, что ее не видно даже. Как бы это сделать, она появилась. Ладно. Как Настя заметила, вчера мы ходили поверху, ну даже еще более высоких. Там каньонов развалина. Сегодня по самому дну уже опустились, да? О, видите, я вижу людей. Ура! А то Настя уже переживала. Ну да. Кстати, не похожа ли эта тень на котика? Я вообще уже тут иду, пока развлекаю себя как могу. Смотрю на камни, нахожу какие-нибудь чертания зверей. Чудовище, чудовище. Людей там какие-нибудь. Очень прикольно. Но я не рекомендую сюда идти, как и мы пошли в самый солнцепёк. 3 часа дня. А это считается за арку? Или нет? Она даже двойная. Камни поразмывало. Все, дошли. Вон, дорога уже. Машины припаркованы. Мы с той стороны уже проезжали. Будем возвращаться. Что-то мы ожидали, что тут будут более узкие проходы. Ну да ладно. Машина проезжает. Обидненько, да? Даже решили подойти, убедиться, что тут больше ничего нет. Вон видно, куда уже река плывает. Все, реально, пойдем назад. Обездоленные, да. И нам еще опять такой же путь назад, и свет, солнце будет ровно в лицо светить, а? Надо маску одевать. Наверное. Сгорело тогда. Ну. Ну нет, это просто небольшая пещерка. Снаружи просто непонятно, есть ли у нее дно или нету. Ну давай, ты залезешь, я тебя сфоткаю, как будто там очень узко. Наверное. Я вроде снимал эту пещеру. Я думаю, тут таких пещер очень много. А, прохладненько зато. Пойдем? Люди снаружи идут. Похоже, камни совсем недавно упали. Где-то оттуда. Но наш трейл очень опасен. Еще люди не успели обтоптать это даже. Камни падают, бараны стоят,
жара. Вообще. Все виды красивые. 4 мили, чтобы выжить. О, видишь, но он зато нас видит. В общем, Настя права, скорее это какая-то другая живность ближе к козам, чем к баранам. Не подходи к нему. Я не подхожу. А где малыш? Не видно. Может, они где-то там пасутся во всей этой долине. Ну потом на горы залазит, там поверху тоже. Да, как очки. Все, вернулись, закончили трейл, сейчас поедем. Немножко отъехали от нашего этого трейла, и тут уже такие красивые скалы, но оказывается в них какая-то радиация. Тут даже вот есть значок, и там тоже есть какие-то значки. О, ураниум. Походу здесь ураниум забирали, добывали. А мы поедем. Остановились на вьюпойнте, уже на выезде с парка. Дело идет к закату в очередной раз. Сейчас посмотрим, что там. В очередной раз. Не знаю, не самый лучший вид. Потому что, в принципе, такой же вид был с визитор-центра. Зимой это прям снежные вершины, Настя. Зимой там вот сзади, вон тоже снежные. А эти красненькие. Слушай, это которые сзади, это похоже к те самые, которые мы видели с этого Canyonlands. Они были вперед, в саду. Ну и мы когда ехали, тоже их чувствовали. Окей. Симпатично, но... Да, поедем дальше. Буквально чуть-чуть отъехали, и все такое уже зеленое. Так, мы сейчас проверим, мы поедем пираты. Или нет? Прикольно. Озеро, лес, озеро, а дальше идут опять вот эти горы с пустыней. Ну все, все. Класс. Вот это я понимаю, не понял. Ну,
вообще классно. Вот это панорама вью. Лес. Озеро. Горы. А там такой желтый лес. Ну, осень? Дик. Только солнце сейчас лицо ровно. Реально просто в горах эта вода скапливается. Наверное, поэтому. Тут стопудово тоже трейлы какие-то. Это Dixie National Forest. А, вон коровки повсюду по полю. Точечки раскиданы. Тут реально... Кстати, это реально корова. Ну да. Это не бычок. И маленький он. Немножко ее. Давай я тут останавливаюсь. Просто хочу глянуть внимательно, что там снизу.
Да. Ну, раздевает. Ничего особенного, это просто мы едем в город для ночевки. Обычная дорога. Нам просто так проложили маршрут. Да. Прям вообще 2,5 часа кайфа. Ну. Сергей спасается от солнца. Блин. А? Невозможно. Ну, сумасшедшие. В общем, вот такие виды тут открываются. Поиграть в футбол с таким видом. Там был койот. Понятно.
А мы только что припарковались. Это будет наш домик. Ого. Зачем так греть? Мне кажется, они не грели, они просто не проветривали. Ну, прикольно. Микроволновка есть, холодильник есть, все есть. Окно одно. Даже наши пироги разогрели. Ну да. Окей, будем... Дерем, раскладываться. Как баня. Да, будем раскладываться. Кровати, как я. Слушай, да, еще завтра собираюсь.